Место для сбора старых автомобильных покрышек предлагает организовать компания по переработке использованных шин. Она работает в городе не первый год, но в основном в утиль идут колеса от большегрузов. А покрышки легковушек пылятся в гаражах, автосервисах, а то и вовсе разбросаны вдоль дорог или в лесу. А тут будет специальная площадка, где их можно оставить. Нам необходим участок земли, получается Т-образное ограждение, где-то 5 на 6. И там далее, значит, это будет ограждение из профнастила, рекламный щит, подача объявления в СМИ. Глава назвал проект актуальным и предложил начать с одной такой площадки. А если дело пойдет, то доведут их количество до 3. С участком земли проблем не будет, но обустройство самой площадки лежит на инициаторах идеи. Второй предприниматель предложил действительно оригинальный проект, во всяком случае для нашего города. Инновационный подход к выгулу собак, а по сути воспитание культуры поведения их владельцев. Изучая проблему с выгулом собак, мы поняли, что 7 человек из 10 не убирает за своими собаками. Мы придумали стойку Nox. Она 1,70 м высотой, 40 см шириной, с биоразлагаемыми пакетами для экскрементов. Также вот мы придумали, как эти пакеты сделать для конечного потребителя бесплатными. По подсчетам инициаторов идеи, количество людей, не убирающих за своей собакой, снизится с 7 до 1. В итоге авторы получили поддержку администрации. А третий представленный проект предлагает изменить подход к размещению наружной рекламы. На любую поверхность, например, тротуара, можно проецировать светодиодное изображение. Хорошее предложение, мне оно нравится. А то на асфальте постоянно рисуют. Это, наверное, сегодня уже требование времени реализовывать такие проекты. Поэтому давайте, что нужно, говорить. Конечно, власти окажут помощь, но успех площадки по сбору покрышек, уборки за собаками или вот такой рекламы зависит в первую очередь от жителей Нефтекамска.